День за днем в Рубежном продолжается глобальная уборка улиц и магистралей. Местные жители освобождают городские улицы от пыли, древесных опилок и, самое главное, осколков. На сегодняшний день в городе функционирует несколько точек, где можно набрать питьевую воду. Туда сходятся жители как из центральных, так и отдаленных районов Рубежного. Одной из острых проблем для рубежан является беспорядочно брошенное при отступлении украинскими боевиками оружие. Противотанковые управляемые ракеты, выстрелы БМП-1 и СПГ-9, гранатометы различных модификаций. Много ли в городе таких вот украинских подарков, скажем так? Очень много. Растяжки есть, получается. Там район Пушкина, Красноармейска, там жилого почти ничего не осталось. И жабки противопехотные, лягушки так называемые. И всякое там предъявление. Там на дереве летит. Целый в горе. Вот не разорвавшаяся вещь. По-моему, это подствольник с автомата. Ну, то есть по городу таких достаточно. Очень-очень. Вот, особенно в этих районах, вот начиная отсюда. И частные сектора, силикатный, линию. Там тоже такое.